Это площадка для обсуждения проблем малого и среднего предпринимательства и поиска их решений. Центральным событием стало пленарное заседание. Участие в нем принял Вениамин Кондратьев. По мнению экспертов, Краснодарский край становится все более привлекательным для ведения бизнеса. Глава региона, в свою очередь, рассказал, что на Кубани сегодня стремятся создать для этого все условия. Так, например, гарантийный фонд поддержки предпринимателей и отдельные окна в МФЦ. Кроме того, в каждом районе специально создан институт инвеступолномоченных. Инвестор – это и есть тот вагон, который в совокупности с другими вагонами образует большой локомотив инвестиционного поезда, который заезжает или едет в Краснодарском крае. И вот этот инвеступолномоченный в каждом муниципалитете, он должен выполнить функцию вот этого диспетчера, потому что объективно сегодня надо признать, что, конечно, многие проекты вязнут, в том числе в чиновничьих коридорах, в тех кабинетах, где отчасти не находят собственного интереса чиновников. Инвеступолномоченный является должностным лицом в структуре органов субъекта Российской Федерации, органов власти. Поэтому он, я считаю, должен быть максимально независим от интересов, и в том числе и муниципальных чиновников. По мнению губернатора края, именно малый и средний бизнес – опора развития экономики. И поддерживать необходимо не только уже состоявшихся предпринимателей, но и тех, кто только начинает свое дело. Малый бизнес должен стать вот такой стержневой идеей развития Краснодарского края. Крупный бизнес уже сформирован. Вот малый и средний бизнес, он пока еще вот на стадии определенных шагов, больше желания людей, которые хотят заниматься малым и средним бизнесом. И надо всегда понимать, что из малого и среднего бизнеса может всегда родиться большой бизнес. Но движение должно быть у нас навстречу друг другу. Тогда будет результат. Я надеюсь, что в нашем крае он будет. Вениамин Кондратьев также отметил, что сегодня важно поддержать и предпринимателей-инноваторов, которые создают принципиально новый продукт. Один из таких проектов продемонстрировали участникам форума. Это первый в России электромотоцикл и пока единственный в мире, который может развивать скорость до 140 км в час. Представить проект планируют и на инвестиционном форуме в Сочи. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.